Челябинска, там к дезинфекции городских улиц привлекли машины с реактивной установкой. Сообщение об этом размещено на сайте администрации города. Там просят водителей не мешать спецтехнике. Хотя посмотреть есть на что, выглядит весьма солидно, орёт, как во время взлета авиалайнера. Как пояснили агентство «Интерфакс» в мэрии, так обрабатывать улицы гораздо эффективнее. Турбина создает огромное облако, и в итоге раствор попадает не только на проезжую часть, но и на обочину.